Военное мемориальное кладбище Североморска – место особое. Именно здесь похоронены многие герои войны. Летчики и моряки, русские и англичане, известные и неизвестные, солдаты и офицеры, которые отдали ради победы жизнь. Торжественное возложение цветов состоялось у обелиска воинам, павшим в боях за свободу и независимость Родины. Сохранение памяти о героях войны сегодня особенно важно. Помнить о том, кто действительно защитил будущее поколение ценой своей жизни и долг, и честь. Помогают не забывать подвиги героев уроки памяти. Один из таких состоялся в Североморске в школе номер 7. Она носит имя своего ученика, героя Марка Евтюхина, погибшего в 2000 году в Чечне. Часть урока истории провел глава региона Андрей Чибис. Он рассказал о жизни и судьбе Петра Георгиевича Сгибнева. Петр начал летать, начал он на Балтийском флоте, когда ему был 21 год. 21 год, а этот парень уже управлял истребителем. И прозвище, которое он получил, истребитель-истребитель. Уроки памяти сегодня прошли во всех школах страны, но в Североморске память героев войны чтят особенно трепетно. Очень многие улицы города носят их имена. Улица Бориса Сафонова и адмирала Головко, Колышкина и Сгибнева. В главной базе Северного флота военные есть почти в каждой семье. И эти люди знают, насколько ценен мир. Самое главное, чтобы вот эта память о тех событиях, тех времен, она никогда не уходила из молодого поколения. А эти риски есть. Потому что если те, кто сегодня живет, те, кто будет дальше жить, будут помнить ту трагедию 20 века, больше шансов, что подобного больше в мире не случится. Янина Морозова и Борис Савельев, ТВ-21+, из Североморска.